У индийцев есть много способов, как добиться того, чтобы все в жизни было хорошо. Например, можно попробовать напоить змею молоком во время фестиваля Наг Панчами. Предложение молока змеям в праздник Наг Панчами ведет к прогрессу и процветанию. Если в этот знаменательный день вы предлагаете змеям воды, то это убирает трудности и ведет к процветанию вашей семьи. Наг переводится как «змея». В Индии наги считаются божественными существами, и этот праздник в их честь. Многочисленные заклинатели змей выстраивают корзинки с рептилиями вдоль улицы, и люди подходят и предлагают нагам молоко, воду, цветы или фрукты. Единственная цель – это выразить свое почтение. Невозможно, чтобы сегодня Бог пришел сюда. Боги не показываются людям. У вас самих должна быть энергия и полная преданность Богу. Змей для праздника ловят специально. Это дикие рептилии. Власти Индии наложили запрет на содержание змей в неволе. После торжеств нагов отпускают обратно в джунгли. Это праздник горячего приветствия. Согласно нашим древним писаниям, культуре и традициям, Наг Панчами отмечают по всей стране и во всем мире. Индуисты верят, что чествование нагов также уменьшает их карму, то есть грехи, накопленные в процессе перерождения.